Ну что, ребята, дождались? Сегодня я вам покажу, где я живу. Ну что же, начнем мы прям со входа, прям по порядочку. Вот мы зашли ко мне домой, да, посмотрели, никто ли за нами не идет. И тут нас встречает длинный-длинный коридор, да, как бы самой главной комнаты. Тут спальня, тут секрет, тут тоже секрет. Но вы можете попытаться угадать, что в этих дверях. Вы видос не перематывайте, я вам попозже покажу, что там. Посмотрите, угадали или нет. Тут ничего особенного, бардак, ботинки. Ну, ребята, тут даже вот это мусор, значит, лежит. Ждет, пока я его выкину. Мусор, ты сам не можешь выйти вон дверь. Ну а чё? Вы сами просили рум-тур. Сегодня я вам покажу все беспорядки в моей квартире. Сами этого хотите? Ставьте лайк. А если серьезно, правда, вот те люди, которые только-только увидели меня, мой ролик, они просто случайно вот зашли на этот ролик и смотрят, не знают, кто я. Я вам скажу, в каком-то из видео я сказал подписчикам, скоро будет рум-тур. Так они мне забомбили все комментарии абсолютно. И прошло уже капец как много времени, и только-только рум-тур я вот сейчас делаю. Поэтому, ребята, даже если вы на канал не подписаны, лучше, конечно, подпишитесь, но лайк все равно поставьте. Ну что, пойдемте, тут у меня висят куртки. Не спрашивайте, кстати, почему я снимаю на iPhone. Просто не спрашивайте, просто не спрашивайте, все, пошлите. Тут у меня чемодан. Значит, если вам интересно, кстати, тут у меня клевые мои топовые тапочки. Они мне очень нравятся, они очень теплые, но сегодня они нам не понадобятся. Как вы могли заметить, покупаю я очень много питьевой воды, просто чтобы пить. Когда снимаешь видео, очень сильно пересыхает горло, всегда хочется пить, всегда. Я такой прихожу в магазин, говорю, здравствуйте, можно мне вот эту пачку? Они такие, ты че, дурак, она же большая слишком. Я говорю, нормально, я унесу все. Они такие, да на, забирай. Я такой, оп, и она уже здесь. Это лампа, она светится разными цветами, позже покажу. Тут у меня лежат капсулы для кофе. Вы спросите, что это такое? Вот в этих коробочках находятся капсулы. Во, смотрите, хоба. Вот такие маленькие капсулы. Они загружаются вот в такую маленькую кофемашинку. И потом она наливает кофе. Очень интересно, очень интересно. Кстати, это большое зеркало, оно очень клевое. Здесь есть вот это. Знаете, откуда это? А вот это? Это у нас из клипа. Да, я снова ставлю цели. Всякие цепи, цепочки, которые, конечно же, можно надеть и стать самыми крутыми в этом городе, мире, на этой планете. Также есть колечки, которые мы тоже использовали в клипе. Они очень клевые, кстати. Это колонка JBL. Очень интересно, да? Тут есть очки. Вот такие и вот такие. Знаете, откуда они? Вот эти из клипа «Миллион», если вы помните. А вот эти вы можете сами догадаться. Посмотрите-ка на них. Посмотрите-ка теперь на меня в них, а? И давайте напишите, из какого клипа эти очки. Ладно, пойдемте дальше. Тут у меня телевизор. Тут я пью как раз таки вот это кофе. Да, у меня грязный стол, не обращайте внимания, ребята. И вот такой шикарный вид. Он правда очень клевый, ребята. И это только его малая часть, я вам попозже покажу еще больше. На телевизоре что я делаю? Смотрю кино, играю в приставку. Вот она, кстати. Больше ничего я на нем особо не делаю, ну правда. Ко мне приходит Савчик, Купик, Харди, Ванчо. Мы садимся на диван, кто-то садится на эти мешки. Тут, кстати, мышка старая моя. Она сломана, поэтому ее можно выкинуть. Вот туда. Мы падаем на диван, мы включаем телевизор, включаем приставку и начинаем играть во всякие игры. Игр не особо у меня много, конечно. В основном они все скачанные. Есть тут вот какие-то диски. Смотрите, какой джойстик. Красный, крутой, красивый. Но есть еще другой джойстик. Сейчас я его найду. Сейчас. Сейчас. А, вот он, вот джойстик. Такой клевый, камуфляжный, посмотрите, какой красивый, а? Надо его поставить, так скажем, на местечко. Это один большой стол, который мы используем, когда приходит много народу. Мы садимся тут с друзьями и играем во всякие настольные игры. Это, кстати, моя камера, на которую я снимаю. Она сейчас на подзарядке, она, видите, грустит тут. Потому что ее аккумулятор где-то здесь, в проводах. Это снова та лампа, позже покажу, ребята, не беспокойтесь. Вот, например, есть очень клевая игра, Монополия. Приходит много людей, мы кладем сюда Монополию и начинаем играть. Очень клево, очень весело. Тут у нас обычная кухня, здесь ничего сверхъестественного нет. Даже вот это не сверхъестественное, просто грязная посуда и все. Не смотрите. Опа, а кто это тут у нас? Алиса! Как дела? Отлично, но немного одиноко. Обращайтесь ко мне почаще. Нет! Как нет? Почему вдруг? Алиса, кто такой Владус? Владислав, мужское двухосновное русское. Да, о чем ты? Алиса! Остановись. Алиса, кто такой Владус? Канал Владус создан для самого интересного.
Троллинг, прохождение карт, летсплей, выживание, ловушки, мини-игры, игры... Алиса! Хватит, я все понял, все правильно, молодец. Отлично, что еще будем делать? Что же, пройдя по этому коридору, я вам обещал показать вот эти комнаты. Это самая секретная комната. Готовы? Раз, два, три! Она закрыта. Ладно, на самом деле здесь сушилка, глажка и все такое. Тут даже он пылесос стоит. Выйдя из этой комнаты, можно попасть вот в эту. Это самая тоже секретная комната. Тут стиралка. И все. И ящик. Вон, смотрите. Мега ящик с инструментами. Сейчас мы находимся в спальне, и здесь просто шикарнейший вид на город. Вы только посмотрите, ребята. Особенно, когда закат, становится все, ну, супер красиво. И с другой стороны то же самое. Вы только посмотрите. Смотрите, как освещается небоскреб от солнца. Ну, в общем, вот такой вот видок. Кстати, тут есть снова большое зеркало, вот такое огромное. И мой гардероб. Это футболки для съемок. Конечно же, я их складываю на стул, а не в шкаф. Зачем мне этот шкаф, когда у меня есть два стула? Они очень клевые. Лайк, кто скидывает одежду на стул. Смотрите еще раз на эту красоту, ребята, а? Вообще просто класс. Пошлите. Да, кстати, тут у меня стоит доска, на которой я периодически что-то записываю, какие-нибудь мысли, например. Да-да-да, я знаю, что вам интересно именно это. К нему-то мы сейчас и подходим. А, подождите, у меня есть еще одна секретная дверь. Она вот здесь, вот около Алисы. Ой, Алиса, стоп. Фух, пронесло. Включаем свет. Готовы? Ба-ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам. Это туалет гостевой, правда? Это второй туалет, есть еще другой. Он как раз находится там, в той спальне. И тут снова у нас, кстати, вот такой видок. Что же, ребята? Самое интересное, наверное, для вас, это мое рабочее место. Вот тут я снимаю все ролики для вас. Каждое новое видео выходит именно отсюда. Я включаю вот эти прожектора, включаю второй, и все, смотрите, как все освещается. Если отойти подальше, вон, посмотрите, это место прямо отдельно освещается. Что же у нас здесь? Это неинтересно, это звуковая карта, забудьте, забейте. Тут у меня микрофон. Его я беру, сюда вот так вот, оп. Ставлю. Он, кстати, мне портит стол, посмотрите. О, видали? Рисует как. Это мой компьютер, два монитора, конечно же, чтобы было супер удобным. Самое прикольное, когда садишься сюда, смотришь такой в один монитор, потом во второй, видишь нас, приветус. И тут у нас с вами, ребята, вот такой шикарный вид. Очень клевый. Попозже я вам еще покажу, как он выглядит вечером. Так, что у нас тут есть? Ну-ка, давайте-ка посмотрим, а? О, мой канал! Неплохо! Тут как раз новые ролики-то все и выходят. Опа, смотрите, а в Дискорде это Савчик и Купик сидят. А че это они с выключенными микрофонами? Я не понял. Ха, что за дела? О, это с выключенными микрофонами. О, Купик, здорово! И че надо? Ты че сюда пришел? Я в Brawl Stars играю. Эй, в смысле в Brawl Stars, Купик? Я вообще-то рум-тур записываю для подписчиков. Ты тут попался мне, смотри, гость. Всем привет, с вами Нобик Купик. Ты че, даже не сказал, ты дурак? Да я вот... О, Савчик пришел. Савчик, здорово. Ассаламалек. Привет, Савчик. Привет. Ну чё, ладно, пойду я дальше рум-тур записывать. Сидите здесь, играйте, окей? Ну давай. Вам, наверное, интересно, как я ролики-то снимаю. Да, обычно. Вот штатив, смотрите. Сюда я просто ставлю камеру и начинаю записывать. Вот так вы меня всегда и видите. И вот так это выглядит за кадром. Вот что вижу я. Практически настроил. Чуть-чуть кривовато, но... Привет, это я, Владус Мармеладус. Вот так я записываю каждый свой ролик. И, ребята, у меня для вас появились офигительные новости. Сейчас покажу. Наконец-то появилась спонсорка, ребята. Теперь вы можете спонсировать канал. Но это не просто то, что вы мне будете деньги скидывать. Нет! Я для вас подготовил такие бонусы офигительные, что просто пипец. Нажимайте вот на эту кнопку, она либо здесь есть, либо вы можете нажать на любой ролик, смотрите-ка. И эта кнопка есть вот тут вот внизу. Ну, допустим, я нажимаю ее здесь, смотрите. Это платная подписка на мой канал. Она, конечно же, по желанию. Кто хочет, тот покупает, кто не хочет, не покупает. Все очень просто, ребята. Я вас не заставляю. Я вам просто говорю, какие плюшки я сюда добавил. Тут есть три категории подписки. За 49 рублей, за 249 и за 1799. Во всех этих подписках вы получаете вот такие значки. Вот такой сначала будет у всех. Потом вот такой будет у тех, кто был подписан месяц. Потом 3 месяца, там 6 месяцев и так далее. Вы можете в чате использовать свои смайлики. В
вот такие, я вам их сам сделал. Вот это я все делал сам, ребята, специально для вас, чтобы вы могли использовать всякие кастомные смайлики и так далее. В общем, я постарался, и это всего лишь VIP-ка. Вот она дает только вот эти смайлики, по идее. Подписка Король, она дает уже бонусы. В этой подписке я вам буду отдельно закидывать посты в сообщество. Смотрите, мы заходим на канал и заходим во вкладку «Сообщество». И тут у нас есть специальные посты для спонсоров. Их будут видеть только спонсоры. Этот пост тестовый, у меня еще нет пока спонсоров, но вы можете стать первым. И самое четкое — это подписка Владус. Здесь я вам буду снимать эксклюзивные видосы, то есть видеть будете только вы их. И все, больше никто, только чуваки, которые купили вот эту подписку. И также все же вы любите сериал. Сериал, который сейчас идет, будет доступен раньше, где-нибудь на день до его выхода, обладателем спонсорской подписки. Но это касается только самую последнюю подписку, не забывайте. То есть, оформив эту подписку, вы будете раньше всех видеть видосы. Ну и также будете видеть совсем эксклюзивные ролики, которые я только для вас и буду записывать. Вот прям специально для спонсоров. Также с этой подпиской есть доступ ко всяким суперчатам на стриме и так далее. В общем, много бонусов, ребята. Кому интересно, вы можете нажать посмотреть и, может быть, оформить подписку. Я буду только рад новым спонсорам. Знаете, будет такой отдельный круг подписчиков. В общем, welcome! Конечно же, я вам еще не показал свой компьютер. Вот он. Он, кстати, меняет подсветку. Ну, это так, знаете, вот так. Опа! Опа, оба, оба, всякая вот такая фиолетовая, а? Смотрите, как клёво выглядит. Ах да, фон, ха, фон-то я вам не показал еще тоже. Ну, я не знаю, интересно вам или нет, но вот такой он здесь синий, тут у нас зеленый. Вот такое мое рабочее место. Ребята, предлагаю дождаться вечера, и сейчас я вам покажу супер клевую красоту. Что же, ребята, а вот так это все дело выглядит ночью. Такой красивый вид открывается здесь вечером. И смотрите, что я люблю делать очень сильно. Включаем, вытыкаем, втыкаем, выключаем. И оба-на. Я делаю себе вот такую офигительную подсветку разными цветами. И она очень клево смотрится, особенно если ее направить куда-нибудь, допустим, туда. Или просто в бок и просто сидеть за диваном, играть в приставку. Это очень клево. Или можно светить в окно всем соседям. Освещать, так скажем, все окна этого города. Надеюсь, ребята, вам понравилось это видео. Наконец-то Владус Мармеладус сделал рум-тур. Также, ребята, вам напомню про спонсорку. Обязательно зайдите на канал, посмотрите, что там есть. И если хотите, обязательно воспользуйтесь. Обязательно подпишитесь на канал. Нажмите прямо сюда, давайте, нажмите подписаться. Обязательно посмотрите вот это видео. Это просто любое видео рандомное. Просто посмотреть, что вам делать-то. Давайте, нажимайте, смотрите. А это был Владус Мармеладус. Пока-тус. Thank you.